Маузер Спесіал, розпошивальна машина. Запускаємо на одну іглу на призборку. На призборку. Знизу стоїть резинка. Вот белая резинка идет через нити притягивателя и впетлитель. И вот такая вот идет присборочка. Присборка у нас будет регулироваться натяжением ниток. В смысле нитки и резинки. Вот резинка, намотали нам. И вот тянется. Ящики. Сюда, до машины. Так, ну так, проверни главный вал, чтобы петлитель было видно. Вот резинка, петлитель. Четко видно, прокручиваю. Вот видно работу нити притягивателя. Видно работу нити притягивателя. Ну, нитка вот там идет под нержавеющей пластиной и вот выходит на этот регулятор из катушки. Значит, вот такая вот машина ФРГ Маузер Специал шьет без проблем. Между иглами тут 5 мм, но на правую иглу удобно работать. Сейчас переставим на левую. Переставим еще, попробуем на левую. Так, что у нас? Двухигольная бразер с отключением. Это полный автомат. Это автомат с отключением игл. И вот есть ролик, заодно уже покажу. Есть ролик на моем канале этой машины, как она работает. Там сервомотор нового поколения, но еще 380 вольт. Ну там на видео можно посмотреть. Ввести швейная бразер автомат. Так. Мотор 220 здесь на маузере, значит, фрикционный 220 мотор. Ну все, смотрим другие видео, подписываемся, задаем вопросы. Сейчас мы пошьем еще видео, сделаю на одну иглу, то есть и на одну на левую, то есть. Все, плыть.